Всем привет! Я нахожусь под психотеррором уже 2 месяца. Значит, в итоге все, что удалось мне на данный момент выяснить, что, значит, вот эти ганг-сталкеры, ну, как хотите, называйте эти уроды, они реально где-то снимают соседние квартиры, значит, и травят людей. У кого-то еще и личная ко мне неприязнь, за что-то якобы я ему когда-то сделала. В итоге с этими, с этим всем оказывается, что еще оказывается, что и психоперов мне даже вот этих наняли. А сами типа, то есть психоперы уже надо мной издеваются много лет. В открытую фазу они включили недавно, подключили еще других людей посмеяться. В городе аудиалку включают в уши людям, которые подключены, и полиция, которая прослушку ведет. Они слушают и смеются, потому что им же выставляется, что я какая-то дура, убийца, тупая. То есть они все ходят, косятся на меня, жирной мразью обзывают, это в реальном, уже в реальном времени. Ну, сами знаете, вот этот весь ганг-сталкинг. Так, в итоге сейчас еще оказывается, что психоперы у меня вообще рядышком где-то сидят, недалеко совсем. И, значит, они реально хотели, они реально убийцы на самом деле. Вот, и соседняя квартира даже, я слышу, они, я знаю, что они меня слышат, и все, что происходит сейчас, им не пройдет вообще даром, пусть они, я не знаю, я уже, вот честно, я не знаю уже, что сказать на это тупорылых, на тупых абсолютно людей, которые не соображают то, что они вытворяют, не разбираются, ставят людей на психотеррор настоящий, и еще из вас делают всяких маньяков и убийц. И я хочу, чтобы вы просто слышали все, потому что прослушка стоит, и просто я не знаю, что будет с вашими детьми. Потому что этот город – это самое ужасное, наверное, что вообще в мире может быть, когда маньяки, насильники, которые всю жизнь издеваются над человеком, еще и психоперов нанимают. Якобы у них личная месть какая-то за что-то. Так вот, Слава, ты такой пидорас, который просто, я не знаю, что с тобой нужно сделать. Я думаю, что парни в городе, когда узнают на самом деле обо всем об этом, они за тобой сами придут. И без полиции разберутся. Я тебя уверяю, я думаю, что так и будет. Потому что видео на ютубах и в жизни люди не тупые, они все прекрасно понимают. И все, что сейчас происходит, и происходит последние даже дни, записано на видео все и сказано. Поэтому я не хочу тебя даже знать. Ты можешь ко мне не подходить даже. Не извиняться ни за что. Ты убить меня можешь даже. Я спокойно уеду и уйду уже в другой мир за эти все издевательства и насилования. Я все помню. Не переживай. У меня все в памяти, тем более сейчас. После того, как вы в мозгах ковырялись, у меня все восстановилось на свои места. То, что вы устраиваете здесь насилие сами, со своими жабами, пчелками, зверями, как вы эти машины называете. Вы сами уже сядьте уже где-нибудь и бойтесь, потому что в тюрягах тоже, у них тоже есть дети. И они поймут, что нужно делать. Я надеюсь, что твоя душа никогда, ну, она, наверное, никогда меня не поймет. И
что ты хотел мне сказать и доказать, я тоже не пойму никогда. И даже разбираться в этом не буду.